Всем здравствуйте, мастерская слоновой компании приветствует вас в сегодняшнем нашем обзоре 6 ножей, 6 похожих ножей, так скажем, но они все равно чем-то отличаются. Видео снимаю по просьбе заказчика одного из этих ножей, но так как их есть 6 у меня сейчас, я решил видео снять все 6 ножей, не один. Думаю, будет более объемно и более познавательно. Насчет этих ножей. Ну, давайте теперь подробно о каждом из этих ножей. В общем, всем привет. Ну, сначала возьмем два одинаковых ножа. Практически совершенно одинаковых. Это модель S7. Черный граб. Дерево Мельхиор. Клинки М390, оба клином от обуха, шлифованы. Длина клинков 125 мм, толщина может быть маленько разная. Смерим толщину. Вот я в середине меряю, он на клин. Здесь вот 2,4 у рукояти. Ну а потом пошло на клин уже 2,15. Ну и так вот. А у этого вот 2,8 здесь. А здесь вот уже 2,5, 2,4 вот тут. То есть один потолще, другой потоньше. Такие вот ножи. Ну, все нормально, надежно сидит. К ним, каждому из них есть вот кожный подвес съемный. Вот такой вот съемный кожный подвес к каждому идет из этих ножей. Потом к каждому из этих ножей еще идут вот такие вот ножны кожаные, походные, так скажем. Ну, все нормально, хорошо держится, никуда не вылетит. Стоимость любого из этих ножей. Так, 2500 и 16900, один из них. Уезжает в Америку, один в свободной продаже пока есть. Так что буду отправлять нож в Америку во вторник. Ну, один из этих ножей, если у кого есть желание, можете приобрести. Ну, со скидкой подписчика 10%. Так, далее какой мы возьмем дальше нож. А дальше вот опять американский тоже в Америку уезжает. Такой вот нож. Это все из одного заказа. Здесь уже карп ореха. Дерево. Клинок. Также М390. Клин от обуха. Так, а толщина этого вот. Здесь уже потоньше, 2,3 мм, 2,1 мм. Вот. С этим идет уже кожаный подвес. Вот. Ой, коричневого цвета подвес идет съемный. Ну, цена у этого ножа та же, что и у первых двух. Вот. Далее что? Ну, далее давайте снимем вот этот вот, покажем нож. Вот такой вот нож с медведем на ножнах, шатун, так называемый. Вот по заказу сделан под темляк, приспособление такое, темлячочек. Сам нож... H12MF, это уже S11 нож, модель
То есть разница, видите, рукояти одинаковые, разница в клинках. За счет вот этого вот такого клинка уже толще можно клинок делать, ну и это как бы более шкуросъемный нож уже получается. Вот. А далее с 11. Стоимость ножа в деревянных ножнах 11 900 плюс 1500 медведь. Вот. Ну, к нему тоже идет кожаный подвес. Я не буду уже на каждый нож надевать кожаный подвес. Понятно какой. Ну, ну как и к тем ножам, это уже идут тоже кожаные ножны. Только здесь уже коричневого цвета. И, то, и там тоже к этому ножу тоже идут такие же ножны. Вот. Сталь у этого ножа Х12МФ. Кованая. На Х12МФ не пишу марку стали, и так видно. Я вообще не сторонник писать много чего-то лишнего на клинках. Так, далее еще вот похожий нож, казалось бы, похожий. Тоже кап ореха. Тоже медведь такой, шатун. Ну, здесь уже модель С7. Сталь М390. Вот еще вот этот свежий, еще даже логотип, марку стали не поставил. Не заточили. Этот тоже нож заказной. Ну и этот тоже был заказной. Ну, заказной нож. В принципе, по нему и спросили видео снять. Здесь вот такой, такая вот шлифовка. Вогнутые линзы там все были клином от обуха. Здесь уже вогнутые линзы с долом. Это уж кому что нравится. Здесь тоже идет кожаный подвес. Идут такие же кожаные ножны. Вот. За счет дола здесь этот нож подороже будет, чем вот эти на 1000 рублей. То есть 17 900. Шлифовка просто дороже получается такая. Вот такой вот красивый орех. Так, и далее. Ну, другая совсем модель. Такой вот. Казалось бы, одно и то же. Но не совсем одно и то же. Здесь рукоять, как вы видите, сейчас застрялся. Сейчас покажу, потом разницу посмотрим. То есть здесь уже вот такой вот, это как бы модель С2, измененная немного, модернизированная. Здесь видите, нет разницы в рукоятках. Здесь есть упор, здесь нет упора. Здесь подпаливается выемка, а здесь волна. И опять же, кому как удобно, кому что нравится. Здесь тоже клинок М390. Вот разница в этих ножах. Стоимость этого ножа. Тут М390, тоже граб. Тоже идет подвес, тоже идут кожаные ножны черные. Стоимость этого ножа 16 900. Этот тоже нож есть в свободной продаже. Если кого-то интересует, 16 900 минус скидка подписчикам. Ну, вот такие вот ножи у нас сегодня были в обзоре. Еще раз покажу нож, который просили снять видео, которым вот он, так вот он выглядит. Красивый, хороший нож. Ну, всем удачи, всем здоровья, всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, будет интересно.